Anılarım her anını, anılarım biraz hırçınım bu yüzden, biraz hüzündür hep bir yanım. Hala sızlar için için her biri yaralarımın. Сегодня 4 января. Мы, друзья, жара невыносимая. Опять бегаю с документами, делаю документы. У нас очень жарко. Что делать? Это приходится делать. И потом пойду на прогулку куда-нибудь. Сейчас вдвоем делаем бумаги. Потом, я думаю, что мы пойдем на прогулку прогуляться. Очень классная у нас погода. Жарко, мои друзья. Спасибо всем за поздравления. Я вас тоже всех очень уважаю. Всем музыки. И действительно желаю вам счастья, здоровья. Всего наилучшего, мои друзья. Мы сидели в закрытке. Сколько? 4 дня, я уже не помню. Дурдом, короче. Но ко всему человек привыкает. Что, мои друзья, говорю, жарко у нас, очень погода вообще супер. И всех с праздником, с наступающим Рождеством. Я думаю, что это видео выйдет где-то на днях. Не знаю, когда выйдет, потому что не успеваю ничего, да нету настроения. Заперти сидим, как притурки. Вот такой, знаете, весной пахнет. Мы опять бумаги делаем, потому что, говорю, понедельник продолжаем. Сегодня, говорю, 4 января. Нас выпустили первый день заливки. Сейчас где-то 13. Опять делаем все бумаги. Ну, как бы доносим еще. Проплату надо сделать, потому что дурдом какой-то, понимаете, за один день людей полно на улице. Очень много моих друзей. Я маску снимаю, рискую, потому что зажариться можно. Пока ждем еще, то думаю, немножко видео поснимаю. Мы как ниндзя, сними маску. Смотрите, какая красивая. Нет, YouTube поставлю, поздравляю. Поздоровайся, все восхищаются привет. Тобой. Привет всем, с Новым годом всем. Да, и тебя тоже, с Новым солнышко. Годом, с новым счастьем, да, всем здоровья. Самое главное. Ну, в этих масках это ужас, как да, задолбало. Но в Стамбуле какая теплота, это пипец. Ну да, 17-18. Да, 4 января, понедельник, очень тепло. Короче, опять мы с Анжелой идем по магазину. Да, гулять. Это такая девушка красивая, что я балдею от ее фигуры. Ой, ой, кукла, смотрите. Так что всем привет, все ее полюбили, очень много хвалили тебя. Спасибо. И восхищались, писали комментарии, поэтому вот она, моя красавица. Мы хотели с Анжелой зайти в этот Джавахир. Проверяют хейс-код, смотрите, какие очередя. С улицы. Я уже передумала туда идти. Елочка красивая, украшена. Видите, какие очередь. Да ну их нафиг, придумали же. Ага. Ну, Анжела, это ужас. А внизу то же самое. Там тоже очередь. Ой, я не хочу так. Там можно, снизу тоже очередь. Сейчас же индерима везде, сейчас же скидки везде.
хватит с меня, я уже сегодня очень много. Здесь написано Вайкики скидка, там Zara, там тоже скидка. А я это не люблю марки, но я уже до хрена купила. Мне, я считаю, хватит, я потратила денег сейчас. Ну что, солнышко, подожди. Смотрите, какая у нас светлая улочка. Я уже иду домой. Осталось пару минут до 9, чтобы успеть. Представляете, какие у нас и чистенькая, и светленькая. У нас ментов здесь полно, полиции. Вот где от моста, от трассы, видите? Близкая, мы очень сняли. Улочка светлая, как днем, смотрите. Круто. Я одна была у подруги. Немножко видео сняла. Что, друзья, иду домой, у нас улочка такая светлая, осталось чуть-чуть. А, короче, а сколько осталось? Минут 10-15 до 9 у нас же закрывает. Круто, я погуляла. Здесь у нас туристов полно, у нас улочка такая светлая. Так, дорогу перейти. Ой, чуть не побахнулась мужика. Видите, как все светло. Давненько я не плавала. Представьте себе, январь месяц, как тепло. Документы, представляете, с утра уже бегаю. Вот так я оделась. Ай, пришла я. Короче, выдали мне бумаги с утра пораньше. Да, какая мокрая. Короче, это получила я. И можно теперь ходить с этой бумажкой по улице. Ничего страшного, мои друзья. Чтобы не бабахнуть. Короче, это самое. Сейчас еще одна у меня встреча через час. Беру такси, валю, потому что не успею. Так что так, ветер, надо было теплее одеться, мои друзья, с праздничком вас. Еду я навстречу в такси, конечно. Это самое. Смотрите, какая погода, как все зелено. Запоминаю себе адрес, потому что я была здесь. Но когда я с друзьями, это одно. Расслабляюсь вот там на стенд. Видно будет или нет, не знаю. Какие районы разные бывают в Стамбуле, смотрите. Здесь что-то старое такое. Запоминаю себе адрес, чтобы второй раз легко добраться. Ой. Смотрите, какая елочка. Я уже в гости приехала. Запоминаю себе адрес. Там у меня одна встреча, потом будет еще одна. Запоминаю себе здесь футбольная. И вот этот меня таксист тут высадил, чтобы я не попутала опять. Что, друзья? Вот. Нашла я свою Анжелку. Блин, какая уставшая.
маска мне задолго с утра. Так, чтобы я не про... А, вот он снизу. Какая я уставшая, мои друзья. Чувствуется, что у меня будет болеть этот, как его, голова. Потому что шапку не взяла, не шарф. А я утром после душа на свете шапочку забыла, и мне... Ну, все будет хорошо, мои друзья. Я у своей подружки. Мои друзья. Сегодня прохладно в Стамбуле. Вот, работа.